По данным городской больницы, за прошедшую неделю число заболевших составило 429 человек. Это на 0,7% больше, чем за предыдущую неделю. Среди заболевших 80% – это дети. При этом на прошлой неделе они стали болеть реже, а взрослые – чаще. На 11% выросла заболеваемость среди взрослого населения за 7-ю неделю относительно 6-й недели 2017 года. На 13 февраля 2017 года зарегистрировано около 2500 случаев ОРВИ и гриппа всего за 2017 год. 71% среди всех заболевших – это детское население, дети и подростки до 17 лет, а остальные – это взрослое население. В связи с высоким уровнем заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями до 15 февраля приостановлен учебный процесс в 6 классах 3 губкинских школ. За прошедшую неделю также зарегистрировано 2 новых случая заболевания сезонным гриппом А среди взрослых. Как отмечают медики, всего за 2017 год лабораторно подтверждено 20 случаев гриппа, из которых 13 среди взрослого населения. Большинство заболевших не было вакцинировано.